вообще в запаре. Она... Да эти мамочки вообще мне достали. То ребенок у нее болеет, то пятое, то десятое. А что, я должна, что ли, это расхлебывать? А, я тебе потом перезвоню. Ой, спасибо. Поздравляю. А кто у вас? Мальчик. Здорово. У меня самого три сына и дочка. Дети, это такое счастье. Алла, Лизочка, займи их чем-нибудь. Да я не знаю, ну покажи им нашу презентацию. Я... А мы сейчас встретимся? Я скоро буду, да, да. Все. Спокойненько, спокойненько, дышите глубже. Все будет хорошо. Спокойно. Да, да, хорошо, вот так вот. Все будет хорошо, не переживай. Сейчас приедут ремонтники, все они нас достанут. Он под ключ, он потерял сознание, и я тоже не знаю, как с этим справиться. Ой! Угу. А у меня воды отошли! Воды отошли! А еще тут женщина, кажется, рожает. Я очень боялся. Боялся. Чуть боялся. Mm-hmm. Ехать through this country, Беларусь. 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 Yeah. But it's so clear. Beautiful street. What the fuck?